Сегодня у нас велокросс. Вот все перекрыли. Вот ждут, когда поедут. Милан-Сан-Ремо. Это вот они с Милана до Сан-Ремо. Это велосипедный кросс у нас. Вот. Ну, там стоять, что ждать, пока не поедут. Все. Но факт то, что не перейдешь... Не хотела я погулять, пойти к этим... К диким пляжам. Не пройдешь. Поэтому я думала, пошла другой дорогой. Тут показываю клумбу с кактусами. Кактусы уже отцвели. Они хорошо очень цвели в январе. Вот эти шишечки, они съедобные. Даже иногда в супермаркете продают его. Ну, так... С голодухи, конечно, можно, но атаками, конечно, не очень. Вот. Там алоэ показываю опять. Да, что-то желтые все вот эти кактусы. Вот прям что-то желтые. Обычно они такие зелененькие. Может быть, не знаю, влаги не хватает. А это как вот она называется? Гуава, по-моему. Да, гуава, по-моему. Вот, Романе, вот тут разные сорта. Вот это вот такая. Вот это я точно знаю, что она выпускает стрелу такую и белым цветет, как колокольчики такие. Вот это тоже такая же порода. Ну, похожие листья такие вот, суккуленты. Такие неприхотливые они. Ой, они такие прям... Вот это тоже вот другая порода этой гуавы, по-моему. Вот с такими, как прожилками белыми. Вот она тоже стрелу пускает и цветет. Вот эта клумба находится на территории вокзала железнодорожного. Он находится в горе, там пробитый, короче, прям под землей. Тоже интересно. Потом-то я увидела, там фрегата идет. Думаю, спущусь я к этому порту, посмотрю. Но пока спустилась, они уже уплыли. Поэтому думаю, ладно, всякие яхты поснимаю вам. Ну, тут по флагу видно, да, какие, чьи лодки, чьих лодки будут. Вот. Сегодня, кстати, у нас, ну, какое, 19 марта, 22 год, и температура, наверное, где-то 19 градусов, не холодно, но сильный ветер. Но ветер не холодный, но ветер сильный, и мне пришлось даже... оригинальный звук убавить, потому что вообще не было слышно, что я говорю из-за этого ветра. Это вот первая линия этого самого порта с этими, с яхтами, то есть прогулочные яхты, потому что у нас, допустим, порт рыбацкий с рыбацкими судами находится в другом месте, а здесь только такое вот прогулочное, и вот, да. Знаю, что много людей и живут на этих лодках. Но все равно это вот дорого. Сейчас вот, конечно, очень много продается их яхтах этих. Вот. И получается, что вот как вот стоянка разделена. Вот эта вот такая красивая. Кстати, она тоже, по-моему, продается. Такая вот яхта. Да, может дом заменить. Это обычная лодочка. Вот это, и такие вот есть тут. Угу. Ну вот другая. Вот этот кустарник такой интересный. Вот у него какие-то вот то ли листочки, то ли цветочки. Они похожи, как вот бумага порезанная есть. И вот она вот какие-то такие вот интересные, яркие такой вот. Вот под цвет моего маникюра прям. Ветер сильный-сильный прям. Но теплый, еще раз повторяю. Вот. А это вот альбатрос. Я сперва не поняла, думаю, что он так себя ведет. Может быть, что-то ему там крыло. Ну, может быть, что-то, ну, раненая птица. Думаю, что он так себя вот купается он или что вот он делает. Или же ловит этих каких-нибудь там мелких рыбок. Потом ничего, смотрю, так живой, все. Застеснялся, увидел, что я снимаю, полетел. Слышишь, как это воет? Прям такое впечатление, что как песня сирены какой-то. Такое что-то из фильмов прям.
ветер гуляет по этим кормам. Такой прям это гул. Все продается. Все много ловят, продается. Прям гул такой, прям я говорю, как песня сирены. Да, ветер сильный. Вон флаг этот. Радуга. Вот это тоже интересная лодка какая-то такая с моторами. Здесь вот эта последняя линия. Здесь ремонтируют корабли. Вот, в общем, получается, у каждой лодки, яхты свой причал, свой номер. Вот такой вот. Вот это вот красавица. А это причал для больших кораблей. Да, красивый такой вот вообще. Нос такой сейчас там будет у него. Такой прям интересный. Ну, ты нам скажешь, а где же та яхта-то, которую арестовали у русского олигарха? Ну вот искала. Вот она обычно здесь стояла, на вот этой. Вот это фото с интернета я взяла, вот эту арестовали. Но не нашла. Я думала, может, она вот там стоит, но нет, не она это. Там какие-то другие стоят. Не нашла. Вот еще вот тут всякие разные. Но он большой порт достаточно. Много там вот этих. А это вертолет снимает этих самых велосипедистов. У него там на носу камера. Вот он там снимает. Угу. Все уже свечерело. Пошла я домой.